тысяч! 600 тысяч! Все в курсе, что оно плохо отстирается? Да! Походу у меня ходочка с хейтерами, поэтому война начинается! Понеслась! Ну что, кто-то хочет, чтобы я эту футболочку разыграл среди подписчиков? Народное творчество, прямо картина получилась, да? Ну а чтобы все-таки выиграть футболочку, нужно, конечно же, быть подписчиком нашего канала, подписаться на мой инстаграм, ссылочка в описании, нажать лайк, поделиться этим видео, и чтобы ваш комментарий набрал как можно больше лайков под этим видео. Поэтому, кто самый первый будет писать комментарии под этим видео, у них больше шансов. Комментарий, который наберет больше всего лайков, тому и поедет эта футболочка. Пух! Если вы поставите хоть один дизлайк, то кто-то из нас придет вам ночью с холодной водой. И кучей красок, да? Не отмоетесь. Майки, ты уже испачкался. У нас тут свой Ольховский холи-фестиваль. Секундочка полезной информации. В Киеве тоже будет огромный, один из самых масштабных фестивалей для любителей животных. Это зообонус-фест, который будет проходить 21 и 22 сентября в НСК Олимпийском. Будет 2 дня нон-стопом шоу-программа, выставка, ярмарка. Короче, для любителей домашних животных это просто будет космическое. Причем реально очень одно из самых основных мероприятий для любителей домашних животных. Но главное, там будет наша любимая Йозера с крутыми предложениями и акциями. Причем не только для собак, но и для кошек, для котеек. Хотите такие же крутые ништяки, такую крутую бандану, как у Лекси? Тогда приходите на Зообонус Фест со своим четвероногим другом. Находите стенд Йозера и называйте волшебный промокод Top Dogs Husky and Malamut. И еще все, кто заберет эту бандану по промокоду, выставит фото своего собакины или котейки с банданой, отметит мою страницу и отметит страницу инстаграм Йозера на фото и напишет им в директ. Хочу фестиваль. Уже участвует в фотоконкурсе и имеет шанс получить в подарок упаковочку нашего любимого корма. Пускай победит самый фотогеничный. У нас что-то аппетит разыгрался от всех этих разговоров. Пойдем перекусим. Ссылочки на Йозеру оставил в описании. Можете зайти прочитать более подробно, более детально и о других конкурсах, о разных розыгрышах. Все, мы пойдем хавать. Уточняем. Город Киев, НСК Олимпийский, 21-22 сентября. Успей купить билеты. Спасибо вам, дорогие подписчики. Давайте не будем сбавлять обороты. Уже 600 тысяч. 600 тысяч, братан, ты прикинь, вы красавчики. Поделитесь этим видосиком, чтобы побыстрее набралось 700 косарей. Пишите в комментариях любые идеи, пожелания. Мы абсолютно все комментарии читаем. Возможно, не на все успеваем ответить, но читаем мы реально все комментарии, все ваши идеи. Они очень крутые. Прям ву, какие пушки бывают. Благодаря вам, вашим идеям, мы будем снимать новые видосики. Поэтому пишите, делитесь этим видео, чтобы ваши друзья тоже рекомендовали нам свои безумные креативные идеи. Погнали, будем вместе творить историю. А знаете, откуда это веселенькое настроение привез? С Индии, с Гоа. Видели видосики? Сейчас покажу. Да, сейчас бы на пляж, на море. На Гоа бы. 1, 2, 3, 4! Вау! 1, 2, 3, 4! Дай пятерочку, дай пятерочку. Ну ты мужик, ну мужик. Мужик, и на камеру, и не побоялся. Это же какой адреналин на людях. Before we ask police and we show our left. Нас только что оштрафовали за то, что мы ехали без шлема на 100 рупий. Это было...
что-то. Это уже сын из окей. Мы чуть-чуть вылетели. И это удовольствие бесплатно. Мне, конечно, очень неловко об этом говорить. Тут очень холодно, но почему я не двигаюсь? Потому что я писаю. Прямо сейчас писаю. Ох, как это классно. Вообще нереально. Поссал от души. Hello? Hi. Nice to meet you. Nice to meet you too. Приятного плавания. Всем приятного плавания. Чтоб вы поняли, этот попрошайка стучит клювом мне в стул, когда я перестаю его кормить. Да? Ты наглая морда? Ай. Прям в палец. Нормальные такие автомойки. Лакшери вариант. О, видали? Это вам не телочки сиськами трут. This is real Goa. Мы спросили у человека, есть ли он коров. Он сказал, да, я ем. Мы такие, о, как так он? Нет, нет, успокойтесь, успокойтесь, только мясо. Здесь через 3 часа уже все это затопит. Вода поднимется, и через 3 часа здесь все будет в воде. Красота. По этим деревьям нельзя тусить, лазить. В казаков-разбойников тоже нельзя играть, потому что в этих деревьях прячутся кобры. Ползают реальные кобры. Я только что сходил, умылся. И если бы у меня дома был вид с туалета вот такой, я бы не вылез, наверное, со своего офиса. У нас сегодня цветная, максимально цветная движуха. Мой любимый цвет это желтенький. Напишите в комментах, кто от какого кайфует. Есть такие же, кто прям без ума от желтого. И от арбузов, и от арбузов, и от арбузов. Оп. Оп. Да. Как пахнет, Майки. Как пахнет. Круто. Достаем все. Оп. В честь 600 тысяч подписчиков хотим сделать небольшой розыгрыш, разыграть 5000 рублей среди 5 подписчиков по 1000 рублей, и я запускаю свой фанкаст. Фанкаст — это когда подписчик будет звонить мне на телефон, а там будет записанное голосовое сообщение, история, или отвечаю на вопросы, да, на вопросы, которые вы мне часто задаете. Будет такие истории, которые нету ни в Инстаграме, ни в Ютубе, ни одного видоса. Будет эксклюзив. То есть вы по телефону набираете меня на номер и слушаете то, чего нету ни в Ютубе, нигде. Именно. То есть любой, у кого есть телефон, может мне дозвониться на номер, который сейчас на экране. Он же и в описании, даже закреплю в комментарии, чтобы вы могли точно на него набрать. Стоимость звонка согласно тарифам вашего оператора. То есть, если у вас на русский номер халявные звонки бесплатные, то вы мне бесплатно дозвонитесь. Если платно, в общем, вы можете позвонить своему оператору и уточнить стоимость звонка на мой телефон. Все по вашему тарифу. Какой у вас тариф есть, сколько стоят у вас звонки по России, столько это и стоит. В этом звонке я расскажу, как я начинал, с чего начинался наш канал, какое самое первое видео выстрелило и, собственно, как мы вообще начали набирать популярность, с чего мы начинали. Расскажу о своем самом масштабном, серьезном проекте, в который я ввалил миллионы гривен. В рублях еще больше миллионов. В общем, самые серьезные проекты, о котором я, собственно, на Ютубе даже и не рассказывал. Расскажу, как увеличить шансы, чтобы выиграть эти 5000 рублей. 1000 на каждого подписчика. Возможно, и один может выиграть несколько тысяч. В общем, все в этом аудиозвоночке я все вам расскажу. Звоните и до конца слушайте. А некоторым подписчикам даже повезет, и я лично возьму трубочку. Хаотично в разное время будет включаться не аудиозапись, а я лично возьму телефон, и мы поговорим, и вы мне в онлайн режиме, в живом, в лайве, можете задать любые вопросы, какие захотите. Так как это только первый старт, мне очень интересно, понравится вам то, что вы там услышите, интересно это будет. После того, как прослушаете, обязательно напишите в комментариях под этим видео,
понравилось или нет. Другим ребятам позвонить советуете, рекомендуете? И если да, напишите мне сразу вопросы для следующего звонка. Подготовлю информацию, истории, рассказы, все вам расскажу, все поведаю. И для начинающих блогеров рассказываю, на какую технику я снимаю, почем я ее купил, какие у нас затраты и в чем монтирую. В общем, звони. И еще раз услышьте, если у вас платные звонки, то это платный звонок. Если у вас бесплатные минуты, то для вас это халява, абсолютно бесплатно. Все согласно тарифам вашего оператора. Можете просто позвонить и уточнить. Я же не знаю, кто каким тарифом и каким оператором пользуется, поэтому наверняка не скажу. Ой, хорошо, что напомнил. Да, если вы не дозвонились, то просто позвоните оператору и все. И продиктуйте мой номер, и вы точно дозвонитесь. Из-за того, что линия перегружена, можно не дозвониться. Но если вы набрали оператору своему и просто продиктовали мой номер телефона, то сразу он внесет в список, вы по-любому дозвонитесь. По-любому дозвонитесь. Просто набрали оператора и по-любому дозвонитесь. Есть любители слаймов? Мы только новички в этой тянучей теме. Ох, как... Теперь буду сидеть тупо залипать, когда смотришь сериальчик или фильм и просто перебираешь. Это нереальный залипон. Кто поддерживает, лайк! О, он вообще такой нежный, такой нежный. С блесточками. Лекси... Тут у нас девчачий слайм. А вообще есть мужские слаймы и девчачьи. Женские и мужские. Для девочек и для мальчиков есть. И пахнут круто. О, прямо жвачка. Прям bubblegum. Big bubble. Хуба-буба. У кого какие жвачки были любимые в детстве или сейчас вообще? Какие любимые жвачки? Прям для психов. Не знаю насчет успокаиваться, но прямо на... Знаете, вот это прям зубы хочется. На самом деле очень приятное движение. Реально приятное. Я не знаю, что я так затормозил, как динозавр. И спустя пару лет, только после трендов и моды слаймов, они попали ко мне в руки. Хотя, с другой стороны, в такое можно просто часами залипать. Как в ютубчик, как в инстаграм, так в слайм просто залип и все. Он тебя гипнотизирует? Хочешь отвернуться, боишься, чтобы не залипнуть тоже часами в слайм. О, все, пошел процесс, начал залипать. О, у тебя есть сила воли, Майк, ты можешь отвернуться? Я не могу. Зрители, а вы можете отвернуться от слайма? Блин, так собирается и даже не липнет к рукам. Класс, да? Хоп. Позмякали, а оно не прилипло. Круто. Ты поздороваться подошла. Привет. Привет. Воу, бедный студент, 1000 рублей нам задонатили, 1000 рублей. Кем бы ты, бедненький студент, не был, это очень-очень-очень приятно. Нам очень важна такая поддержка, супер. Еще на косарь ближе к квадрокоптеру. Ребятушки, не забываем, у нас же есть второй канал, Сказки от Хаски. Обязательно подписались, ссылочка в описании, и оценили наши видосики, быстро-быстро. Ооо, ты видишь, какой донатик, пахучий, огромный донатик. Донатище, да? О-о-о-о. А мы говорим всем спасибо. Спасибо за все донаты. Спасибище. Оп, хватит хватать раньше времени. Ты сначала полюбуйся, аппетит нагуляй, нанюхай. Нанюхал аппетит, нанюхал. Ну, молодец. Можно, хватай. Вот так вот пасть раскрыли для донатика. Хоп, и пожнал. Хватай. Лекси. Ко мне. Что такое? Ты что, не слышишь, что нам донаты приехали? Не в курсе, да? Ты что, не слышишь? Рокки и Майк тебе не рассказывают? Хочется, да? Хочется? Конечно, потому что это вкуснейшие донатики. Всем спасибо. Кусаем, получай. Все, беги, жуй. Ай, как вкусненько. А нормально, что ты на улице? Нет, чтобы в дом зайти и покушать? Или хотя бы на асфальте? Нет, надо на травку положить. На природе, как на пикнике, так вкуснее, да, братанчик? Ну, я верю, я такой же. Реально. А Майк не один, да, кто на травке кушает? У вас тупо реально пикник. У всех пикничок. Круто.